очередной пакетик из Китая с очередным чехлом, который мы сейчас и вскроем. Так, нож для вскрывания. И здесь у нас кожаный чехольчик, ну, типа эко-кожа, конечно, для наушников. Теперь наши наушники будут в отдельном чехле и не будут путаться, что намного упрощает их переноску. Он такой мягенький. Раньше такие с зажигалками шли в комплекте. Ссылка на данную вещь будет в описании. Сделано хорошо, качественно. Нитки не торчат. Прошито все по кругу. Замечательно. Надолго ли его хватит, неизвестно, но тем не менее он такой приятный на ощупь материал. Всем, кто захочет заказать, смотрите в описании под этим видео. Там будет ссылочка. Ну а пока, до новых встреч, ребята. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!